выползание из разных ситуаций у этого существа, мне кажется, уже превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. И понимая отдельные отношения и так далее, и тому подобное, которое явно уже тяготит власть, я в этом практически уверен, мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец ее очень грустный. Потому что у нее должен быть маркер, вот эта история, о которой мы с тобой говорили, когда власть вдруг оказалась жесткой по отношению к тем, кто решил во время войны голышом повесить себе на задницу изумруд. Это говорит о том, о чем мы с тобой уже говорили. Власть стала слышать народ. Это концентрация народного недовольства.